ручной системе. Каждый день 20 минут администратор должен отмечать. Человек пришел, он взял журнал, написал и отметил. За это время, когда сидит администратор и это отмечает, вы за это платите. А зачем этого делать, если можно это все автоматизировать? Лучше администратор пусть обслуживает гостей в зале, нежели занимаются бумажной волокитой. Это все автоматически выгружается, и эти данные не могут изменить в ручном режиме персонал, если они между собой даже договорились. Автоматизация убирает очень много мартышки труда. Вот это отмечание человека, что он в смене, дополнительных денег для ресторана не принесет. Такие моменты надо автоматизировать. Когда есть переработки, иногда бывает, что гости остаются, и официанты не хотят оставаться, потому что они отработали 12 часов, и они хотят домой. Они знают, что им переработки не оплачиваются. Когда ты говоришь о том, что ты выпишу премию или переработки оплатятся, они с удовольствием могут остаться. При таких случаях Биолинк тоже помогает. Видно, что человек проработал больше, чем должен был. Исходя из этого,